Всем привет! Сегодня мы отправились за грибами. Всем привет! Сегодня мы пошли в лес за грибами, правда, в неполном составе. Папа Зорки остался дома, и вести репортаж мы будем вдвоем, мама и сын. Прослышали мы, что в наших краях Ярославской области уже собирают грибы, грибы-колосовики. У нас здесь прошли щедрые дожди, потом выглянуло солнышко, стало очень тепло. И мы решили, что вполне возможно, грибочки могли уже пойти. И вот мы пришли в лес, и что мы видим? Пока только растут лисички. Вот такие вот маленькие пуговки проглядываются из-под листочка. Вон там еще, вот тут еще. Лисичек много, лисичек в этом году будет, наверное, много. Сейчас они очень крошечные еще. Мы идем уже довольно долго, где-то минут 20. И ничего, кроме лисичек, нам пока не попалось. Ни одного подберезовика, ни одного колосовика. Поле мы не видели. Вот сейчас забежали... Поганки, да. Сейчас забежали в лесок. Вот такой вот очень светлый, просторный. Недалеко от поля. И ничего здесь тоже нет. Ну, грибы у нас сейчас идут, я предполагаю, что местами. И в наших местах они еще пока не выросли. Мы отправились на выход с пустой корзиной. Тут не было, еще не сезон. Да, мы сделали вывод, что грибов в этом месте нет. Попробуем съездить завтра в другое место, там вот как раз... Любят расти очень колосовики. Посмотрим, что мы найдем там. А сейчас, пока мы просто насладимся красивым видом наших ярославских лесов, полей и поделимся с вами